сожалению, у нас игра совсем не получилась. Вот. Сборная Франции, ну, на самом деле, сильный соперник. У нас не было времени много на подготовку. К сожалению, то, что объясняли ребятам, как сыграть в защите именно против сильных сторон соперника, нам не удалось. Но, с другой стороны, мы не так много пропустили, как допустили много ошибок в нападении. И необязательные потери, сам себе в ногу наведение, передача поперечно со скоком об пол, конечно, это не те тактические действия, которые могут привести к успеху. Хотя у нас был небольшой шанс, появился в четвертой четверти, но все равно слишком большой разрыв. Процент трех очков попаданий сегодня просто никуда не годится. Если бы был процент высоких попаданий, конечно, мы имели бы шансы на победу, как и в первых двух играх, когда он у нас был. Но, скажу так, турнир выиграть от нападения невозможно, поэтому сделаем вывод, что нам надо больше обратить внимание именно на защиту. Поэтому, когда не работает нападение, мы должны защищаться. Начали как бы игру хорошо, нам говорили, нельзя далеко их отпустить, потому что потом не достанем. Вот, вроде бы начали хорошо, потом вторые 5 минут просто провалили, и уже 15 очков не смогли отыграть. Да, они играют в жесткий баскетбол, мы, может, чуть-чуть оказались не готовы к этому, хотя все тренера нам говорили, что они фолят очень много, больше всех на этом турнире. Может, вот на этом чуть-чуть не получилось. Турнир очень хороший, большой опыт для нас всех. Жалко, что он последний для меня лично. А так все очень хорошо здесь было. Спасибо болельщикам, молодежной команде нашей ЦСКА-2, с тренерами. Там все приходили, болели за нас, поддерживали, гнали вперед. Мы считаем, что сезон для нас, конечно, успешный. Сезон, за который мы проиграли за весь год в трех международных турнирах, проиграли всего 3 игры. То есть Реалу, сборной Франции и Жальгирису в домашней игре. То есть, в принципе, все остальные игры выиграли, все испанские академии, итальянские, сербские, мы всех обыграли.